Югу, с вами Енот, и мы продолжаем Call of Cthulhu, этот комбинат марши, где меня чуть не перемололи. Откуда я пришел? Сейчас разберемся. По-моему, я спускался. Джек, я тут, наверху! Господи, сделай же что-нибудь! Заткни пасть, Гувер! А что касается вас, мистер Уолтерс, мы по горло сыты тем, что вы все время суете свой нос в Джелайнсмаут. Рад был вам помешать, Марш. После того, как ты стоял и смотрел, как умирает твой дружок агент, придет и твоя очередь. Стреляй! Застрели этого ублюдка! Быстро, Джек, сейчас или никогда! Скорей, Джек! Я тебя быстро, это припомню, сейчас Уолтерс! Или никогда! Я бегу, бегу. Скорее, Джек! Держись! Черт, Джек, торопись! А где он? Время поджимает! Фу, еще бы чуть-чуть и все. Ты назад раз не должен ехать? Фух, я же спрятался. Я тебе очень благодарен, Уолтерс. Из тебя выйдет первоклассный агент. Жаль, спасибо. Что у тебя такой скверный характер. Ночь пыток сильно сказывается на настроении. Если бы ты стрелял так же, как болтал, Марш бы не сбежал. Вы же сами велели его живым взять. Это было до того, как этот псих пытался меня убить. И еще, у пульта он оставил свой кейс. Думаю, в нем хватит улик, чтобы оправдать проведение полномасштабной операции в Инсмауте. Так что, если ты доставишь его в разобранном виде, я не обижусь. Главное, возьми эту сволочь. Так я пытался взять. Я это уже сделал. Гувер спасет. Кейс Джейкоба Марша. Просто патрон. Проклятие. Марш запер за собой дверь. Блин, надо было его снять каким-то макаром. Я не понял, я прям в него же стрелял, он увернулся, везучего. Да, ну и местечко. Да, это вот мне не нравится, что туда ползает сверху. Когда же мне какие-нибудь Ктулхи покажут, кроме этих рыболюдей. Не открывается. Не открывается. Что это? Страх, не страх, что это? Ничего интересного. Тихо, успокойся. Все хорошо, как я, ко мне тут зовут Джек Уильямс. Блин, чё ж меня так прёт? Тихо. Что? Ой, бы тупик. Нет, нифига. Не поддается. Наверх. Ну ладно, давайте сначала зашарим тот угол. Чтобы понять, что к чему вообще. Кто хочет дробь в лицо? Никто, да? Не поддается. Что это за комбинат? Я думал, он на рыбу перерабатывает. Это. Лава какая-то льется. Ладно, еще и наверх есть. Вперед есть. А. Наверное, оттуда можно вылезти. Хотя не уверен.
Блин, куда мне шариться? Опять тебе искать путь. По крайней мере, я несколько путей видел. Закрыто. Закрыто. Так, ладно. С этим пока все, значит, стоит только один путь. Два пути. Куда же мне идти-то? Что это было? Так, стойте. Сохранялку вижу. А что еще здесь есть? Что это за фигня ползает по ветру? Что-то сюда приближается, я чувствую. Я не просто чувствую, я видел его. Вниз, вверх, всякие повороты. Господи, куда мне идти? Ага. И по трубе я выползу с той стороны, это я понял. Блин. Жесть. Чё ж столько поворотов? Что это было? Да чтоб тебя. Цел? Цел. Ну-ка, вылази, кто ты? Блин, это жесть, не комбинат. Да где ты бегаешь, не понимаю? Сзади меня, что ли? Сторож. Ай! 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 Вставайся! Просыпайтесь, мистер Волтерс! Это не отстучка! Больной! Ты понячий дельный! С чем ты столкнулся? Я хочу, чтобы вы стали свидетелем мощи Ордена Дракона! А я Дракон! А я Гидра! Выглядите вы неважно. И во многие скоро все закончится. Я тебя убью, поганый ублюдок. Что происходит? Да, ну, конечно. Но давайте подождем окончания карты. Что за фигня? Ты что вот такое? Ты типа босс? Ну что-то с руками. По-моему, здесь не поддается. Да хватит тебя плющить. Я не понимаю, что мне делать. Етить, колотить. Пора шевелиться.
Знать бы куда. Перегоревший предохранитель бесполезно. Здесь нужен новый предохранитель. Где его найду? Не открывается. Нет, каким-то макаром вниз. Тихо, иди. О! Меня за его жахнуть только. А, ну так я не могу, понятно. Похоже, эти механизмы уже давно не используют. Это гнездо для главного предохранителя. Он перегорел. Не работает. Да что, я не понимаю, что делать. Вниз ты не дойдешь. Не понял, что делать, конечно. Вниз куда идти? Тупик? Не открывается. Тупик? Дверь заперта. То есть варианта идти вниз не было сразу изначально. Блин, как мне эту макарошку победить? Единственный вариант только сюда. А, все равно не видел кто-то. Как я могу бояться того, чего я не видел? Далеко бежать, чтобы просто так умирать. Все понятно, там нужно жахнуть током. Я же аккуратно шел. Перед сейвом прям. Просыпайтесь, мистер Уолтерс! Гурек! Ты понятия не имеешь, с чем ты столкнулся. Так, просвети меня. Вы стали свидетелем мощи ордена Дагона. А я Дагон. А я Гидра. Джек, выглядите вы неважно. Не волнуйтесь, скоро все закончится. Я тебя убью, поганый ублюдок. Не сможешь. Пока не выключишь. Ну конечно. Но давайте подождем окончания кормления. Набирать здесь нельзя. Оно, в принципе, сильно не атакует, просто оно защищает. Таким макаром пройти непонятно. О, чёрт. Тихо, отвернись, оно уйдет. Бесполезно. Здесь нужен новый предохранитель. Это я понял, а где его взять? Себе помакай. Не открывается. По-моему, здесь можно спрятаться. Можно, а что дальше? Пора шевелиться. Привет. Давай, нападай. Нападай. Но он не дает мне здесь пройти. Ты, господи, напугал. Ну-ка.
Нет, не работает. Просто ногу поцарапал. Блин, как мне его победить? Давай, успокаивайся, Джек, все хорошо. Летит, все плывет. Так. Стекло не разбить. Наверх не запрыгнуть. А, у меня же глаза болят. А как? Куда? Вниз он не даст. Где мне достать его? Вот где? Это же ударить-то его нечем. Так, дайте подумаю. Я не понял, каким макаром тупо я переждал его. Оп. Конечно, покоцанный, у меня почти ничего не осталось. Ну да ладно, пойдем дальше. То есть я тупо забежал, он уже вылазит, и он каким-то макаром залез. Вот некоторое время там болтыхается. А потом уходит. Ой, ты ж твою душу. Аж дважды уходит. Они меня схватят. Где предохранитель? Не поддается. А что делать-то? Твою ж душа. Что я здесь делаю? Надежды больше не осталось. Да? Ух ты ж, господи, что у меня с головой-то? Так, я вот прибежал сюда, и что дальше-то? Здесь нет ничего интересного. Ну, реально, а что дальше-то? Я умру. Да я понял, что это тут теперь. Но меня найдут. А что я ее не видел? В смысле... Что за лажа? Что я здесь делаю? Я сам в шоке. Дальше. Эх, ну ждем. Просыпайтесь, мистер Уолтерс. Дурак, ты понятия не имеешь, с чем ты столкнулся. Я хочу, чтобы вы стали свидетелем мощи Ордена Дракона. А я Дракон. А я Гидра. А я Дракон. Джек, выглядите вы неважно. Не волнуйтесь, скоро все закончится. Я тебя убью, поганый ублюдок. Не думаю. Ну конечно. Подождем, ну давайте попробуем в четвертый раз, или какой там уже умирает. Вообще странно, что не так далеко сейва. О, чёрт! Это фигня вылезла. Да, нужно бежать, прятаться. По-моему, здесь можно спрятаться.
Тихо, успокойся, а то у меня глаза, блин, а мои глаза болят. Пора шевелиться. Куда пора шевелиться? Пустят, пустят. Давай, отпускайся. Тихо, все хорошо, у тебя глюки. Капец, как будто пьяный. Беги, 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 беги. Ага, не успел, тварь. Так, по сторонам смотрю, смотрю, ничего не вижу, бегу дальше. Давай, беги. Сейчас сзади эта лажа вылезет. Давай, ползи, забей на нее. Ползи, ползи, ползи. Беги, беги, беги. Ват, рамп, контрол. Тихо, 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 уйди. Хо, хо, хо. Я ж кнопку видел. Наверное, тут включается насос в резервуаре. Все, вали отсюда. Тебя даже высадить куда-нибудь. По-моему, от этого оно добрее не станет. Так тебе, тварь. Все, смыл его в унитаз. Я Марша убью. Походу его нельзя было убить при перестрелке. Иначе как бы он вызвал бы эту гидру? Гидогона. Блин, оружия нет. Черт, оно провес дало. Так, куда мне надо? Бежать прямо до конца? И туда. Туда явно не даст. Пойдем сюда. Тихо, тихо, все хорошо. Я-то не лезу. А тут я не пролезу. При любом раскладе. Это тоже перемоталось или другое? Давай, 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 давай. Не обращай внимания, меня здесь нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Зацепило. Беги, 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 не обращай внимания. Не обращай внимания. Просто беги. Фух. В принципе, целый. Еще преследует меня. Черт, 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 такого. О, запасной предохранитель. Здесь нет ничего интересного. Слушай, надо бежать, да ты пошел нафиг, а? Не поддается. Серьезно, назад бежать. Я не хочу. Ничего полезного я тут не вижу. А стабильно же этого прохода не будет. Вот. Свалите отсюда, судьбы. Беги, 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 просто беги, не оборачивайся никуда, не смотри на эту жижу на потолке. Блин, глаз смотрит на мне. Я вообще даже не знаю, что ты такое. Просто тикаю, тикаю, пока могу. Пока он тормозит, я тикаю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Фух. Вот этот напряг. Перегоревший предохранитель, пахнущий горелым металлом. Настя. Думаю, это решит проблему. Наверное, здесь нужна более действенная стимуляция. Мощные электроды при помощи которых проникает ток в резервуар. Так тебе, собака.
Говняшка. Закрыто. Не поддается. Значит, единственный проход туда. Это было очень сложно, серьезно. Я прям напрягался. Попил чай, извините. Почему меня сюда отправляют? Уже всех убили, я один бег. Дверь заперта. Что это такое? Может дверь закрыть? Нельзя, просто беги. Просто беги. Беги, пока можешь. В смысле? Я ж бежал как мог. Старые контейнеры. Раньше в них хранили сжатый газ. Вот дерьмо. Что это такое? Просто, пожалуйста, беги. Я не понял, каким макаром он меня убил, если прям я бежал. Походу, этот слизь будет меня преследовать. Я ж тебя током жахнул, пошла вот. Я не знаю, куда бежать. Интересно, она меня найдет или нет в этой трубе? Ужас какой! Черт, беги! Ползи, не оборачивайся! Меня преследует. Да ладно. Голова раскалывается. Раскалывается. Просто беги, друг. Закрыто. Со мной что-то происходит. Я умру. В смысле ты умрешь? В смысле? Где ты голову повредил? Что такое? Все? Во что я превращаюсь? В смысле, во что ты превращаешься? Да что я тут забыл? Меня преследует. Увидел, пардон. Надо же было ногу ошпарить. Я хочу, чтобы это прекратилось. Я тоже хочу. Я даже не знаю, куда мы ползем-то. Нет, опять это как-то начинается, ползи быстрее. Давай, ты можешь, не обращай на это внимания. Давай. Пора рвать когти. Все, погнали отсюда. Тварь. Фу. Вы что? Вы издеваетесь? Нет. Что делать? Я не выберусь отсюда живым. Спасибо, успокоен. Что я здесь делаю?
Я же выпрыгнул? Или нет? Или да? Фух. А, мистер Уолтерс, я вижу, вам наконец-то удалось выбраться. Похоже, Маршу удалось от тебя улизнуть. К счастью, мы его поймали, когда он хотел сбежать. Орден Дагона заставит тебя заплатить, Гувер. А я Ктулхо, а я Дагон. Агент Харпер, уведите отсюда эту дрянь. Да, сэр, давай, Марш, двигай. Гувер, нужно провести эвакуацию. Там внизу что-то ужасное. Всему свое время. Мы нашли у Марша ключ. Он очень не хотел отдавать его. Наверное, это от панели лифта. Для доступа к самому нижнему этажу комбината. Все мои агенты заняты закладкой взрывчатки, чтобы сравнять это место с землей. Я хочу, чтобы вы спустились вниз и все там осмотрели. Ты издеваешься? Да ни за что. Я же сказал, там внизу что-то непонятное. Я оттуда еле ноги унес. Мистер Уолтерс, я уже рассказал вам про психлечебницу. Я не прошу, а требую. Хорошо, но мне нужно оружие. Да я лучше в психлечебнице полежу, вы чё? Опять туда? Двери заперты. Я не смогу их открыть. Урод. Откуда? Куда? Куда мне идти-то? Как же мне попасть на нижний этаж, если лифт сломался? Вы же детектив, мистер Уолтерс. Уверен, вы что-нибудь придумаете. Да собака живая. Что-нибудь придумаю, я детектив, так капец урод. Я туда реально деньги... Дай пройти. Я подчиняюсь только приказам Гувера, и я не выпущу вас, пока вы не обыскали подвал. Ты подскажешь, что делать? Я этот комбинат взорву с вами или без вас, так что на вашем месте я бы поторопился. Хорошо, почему я не могу его убить? Вон я подошел. А что за ключи-то? Не понимаю. Ты что ли? Лифт не работает. Каким макаром мне вниз спуститься? Больная игра, больные уроды. Где-то сейва была. И проход, который был закрыт. Наверное, это эксплуатационный люк для доступа в шахту лифта. Тетить, колотить. Тут была лестница. Тихо. Ага. И чё? Аккуратно, аккуратно. Ты нас сказал. Запалы уже заряжены. До взрыва осталось 30 минут. Вперед! Пошел ты. Ну ты чё и закрыл её? Как же хочу убить-то. Тихо, не смотри вниз. Капец, ползёт под трос.
Что это такое? А, блин, еще ниже упал. Комбинат Марши. Ухудшение душевного состояния можно избежать, если не попадаться в травматическую ситуацию. Будьте осторожны, при передвижении вы можете получить повреждение. Почему мне такой пистолет дали? Пошли. Ну, у нас есть агенты, ну ты иди первый. Вообще классно, ты же детектив. Похоже на люк, только с этой стороны ручки нет. Я не могу его открыть. В смысле не можешь? Похоже на люк, только с этой стороны ручки нет. Кошмар какой. И теть колотить. Это секретное золотохранилище. Похоже, именно здесь марши складировали свои богатства. Похоже. Блин. Па-па-па-па. Поцарапал ногу. Так. Там есть кнопка. Там ничего хорошего не вижу. И тут есть кнопка. Так, золото. Лестница. Это хорошо. Что они любили подсвечивать свое золото? Ты ж сколько тебе надо взрывчатки, чтобы это все к чертям взорвать-то, а? Так, вниз. Что будет внизу у нас? Дверь заперта. Ага. Хороший вариант. Пойдем туда. Опять фигня. Не открывается. Придется каким-то макаром шугать. Этот вентиль управляет током газа. Не поддается. А где найти вентиль, непонятно. Слышь? А. Забавненько. Вентиль давления контролирует поток газа. Я, наверное, тоже, да, не смогу пройти. Не открывается. Ну-ка, побежали. Ну, а сколько у меня пистолетных патронов? 4. Мало. Мы бежали. Наши ноженьки устали. Я не смогу повернуть вентиль голыми руками. А зря, надо было тренировать ручки. Такое ощущение, как будто я должен буду найти вентиль. Дверь заперта. Я случаем сейчас не круг сделаю. Па-па-па-па-па. Странно, золото неестественно белого оттенка. Очень странно. Хорошо, и куда теперь?
Странно, нету выхода. Ага, кнопочка. Так, никого? Золото, золото. Дверь заперта. Ага, защелку вижу. Ни аптек, ни патрон, ничего. Неужели вы никогда не рассчитывали, что сюда кто-то зайдет? А это дверь. Открыто. А это куда ведет? Дверь заперта. Куда-то наверх. Почему двери открыты? Я шел, получается, так, когда я ломился вниз. Там была защелка. Понятненько. Конечно, лабиринты ищите. Жесть, напугал ты меня. Ты ж труп. Так, а... Тихо. Какого черта происходит? Где сейва? Мне надо сохраниться и закончить. Это жесть просто. Ключ. Тело Халло. Ему он больше не понадобится. Фу. Часы тикают. Воровать золото у меня нет времени. Ой, да ладно, нет времени. Дверь заперта. Подъем наверх, да будет? Будет. Сейчас надо эту фигню каким-то макаром заморозить, так правильно понимаю? По-моему, я не там сейчас выйду. Самое начало. Класс. Я вышел оттуда, значит, теперь сюда. Ну-ка, сейчас я тебя поморожу. Этот вентиль управляет током газа. Давай, опа. Ладно, это мы выпустили. Надо все те повернуть. Третий. Опа, давай. Завалил уже проход, да? И четвертый. Я не смогу повернуть вентиль голыми руками. Нет, не даст. Понял. Фига себе, тебя покотал.
Так, а что делать-то дальше? Вот мы эту таракашку повернули. Не, что, газ коцает? Я могу повернуть через? Стой! Да ладно! Вы издеваетесь. Каждец. Каждец, на самое начало, вы чё? Ладно, продолжим в следующей серии. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.